Всего в конкурсе примут участие 18 детских садов. В каждом из них проведут подобные мероприятия. По словам Людмилы Бурнайкиной, начальника Центра противопожарной безопасности, такая работа с детьми очень важна. Ведь так ребята быстрее усвоят, как нужно действовать в случае возникновения опасности. И это им пригодится в будущем. В каждом детском саду проводятся вот такие интересные мероприятия. Это конкурсы, это сценарии, это спектакли, это спортивные мероприятия. Мероприятия проводятся очень интересно, дети участвуют, и главное, это дает определенные знания пожарной безопасности. Показав свои знания и умения, ребята были официально приняты в пожарные Анапы. Им вручили памятные значки МЧС России. Конкурс только стартовал. Впереди еще 17 участников. Итоги будут подведены ко дню пожарной охраны 30 апреля.